И снова здравствуйте, с вами Кай и сайт oldrazor.ru. Сейчас хочу показать, как вытереть бритву от воды, когда мы уже побрились. Но сначала начну сначала, как бритву хранить вообще. Хранить бритву в ванной, в бане и так далее нельзя. Хранить бритву надо в сухом месте, где-то в комнате в обычной, в ящике, например. Когда нам надо побриться, мы ее тут достаем. Идем туда, где броемся, вытираем, как вытирать покажу, и несем ее потом сразу же обратно на место хранения, в сухое место. То есть в нашу комнату, в наш ящик. Будем имитировать, как мы побобрились. Значит, вот здесь у нас все мокрое, и здесь все мокрое. Это может быть мокрое от пальцев. Здесь от пальцев мокрое. Вот сюда, в промежуток между ручкой и бритвой, очень редко когда попадают капли. Вот сюда вот. Ну, всегда надо там проверять, то есть глазом посмотрели, если видим капли, надо вытереть. Но зачастую там нету капель. Поэтому можно не волноваться шибко. Значит, вот у нас такая мокрая бритва. Также у нас сейчас будут мокрые пальцы от нее. Вот. Мы, значит, побрились, закончили бритье. Что дальше делать? Вернее, что делаю я? Вы можете делать что угодно. Я открываю воду и под струей. Вот так вот. То есть струя льется прямо сюда. И я под струей делаю вот такие движения несколько. Ну, двух достаточно, можно еще вот раз, два. То есть я стираю грязь всю, которая была на бритве. Остатки. Остатки волос, кожи и так далее. Далее. Я беру полотенце, вот оно полотенце, смотрим, двумя пальцами вот так вот держу, вот. И зажимаю лезвие двумя пальцами. Обращаю внимание, это очень важно, не вот так вот удерживать, да? Вот так вот. Так можно и пальцы порезать, полотенце порезать и бритву затупить, а со стороны спинки захватываю и протягиваю бритву. Она вот в этом месте уже сухая. Причем, когда мы так делаем, то вытираем воду дальше вот самого острия, хотя само острие мы не трогаем. Ну, просто полотенце само касается под весом своим. Протерли со стороны головки. Спинку протерли тщательно. Перехватываем вот так вот. За ручку держим. R протираем. Снизу R протираем и сверху. Далее поворачиваем бритву и хвостик протираем. У нас еще вода осталась вот здесь, потому что мокрой рукой держали, то есть ручка пока в воде. Ручку тоже надо вытирать, чтобы с нее потом капли не попадали. Капли, влага не попадали на железную бритву. Теперь вот сейчас я удерживаю в полотенце сухом ручку и вытираю мокрую руку сразу. Все, вытер руку. Здесь тоже все сухо у нас. Перехватываю. И здесь протираю. Все, здесь капли нету. Дальше. Смотрю, есть капли вот здесь вот или нету. Если есть, сейчас покажу, что делать. Можно также взять полотенце. Вот, свернуть вот таким образом. И просто там вытереть. И с обратной стороны также. Если не пролазит полотенце толстое, то просто водянарку вот так вот берем. И вот так вот, то есть вот эти места. Вот так вот, прям как курица, говорю. Вот так вот, вот так вот. Ну и все, бритва у нас сухая. Все, пока.